Стало известно о первых мерах, которые Вашингтон намерен применить против Рияда в связи с убийством журналиста Джамаля Хашоги. Как заявили в Госдепартаменте США, запретят въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к совершению преступления. Не исключаются и более жесткие санкции. Президент Дональд Трамп уже заявил, что этот вопрос будет решать Конгресс. Что же касается попыток скрыть произошедшие со стороны саудовских спецслужб, Трамп назвал их полным провалом. Сейчас, как сообщает агентство Рейтера, глава ЦРУ Джина Хаспел, прибывший в Турцию, пытается получить аудиозапись, о которой ранее заявили турецкие власти, якобы зафиксировавшей пытки и расправу. Напомню, накануне в турецких газетах появилась информация, что тело Джамаля Хашоги обнаружено на территории резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Впрочем, в полиции это не подтвердили. Ранее Эр-Рияд признал, что журналист был убит в здании дипмиссии.